эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. День России отметили в Сарове. Большой спортивный праздник прошел на стадионе «ИКАР». Двойной праздник 12 июня Саров отметил День города. Радость творчества. Новая выставка открылась в молодежном библиотечно-информационном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Выставка техники и вооружения, военизированная эстафета, соревнования по шашкам и шахматам, мини-футболу, гиревому спорту, а также сдача нормативов ГТО. По традиции День России отметили большим спортивным праздником на стадионе ИКАР. Там побывала и наша съемочная группа. Свои навыки гостям праздника продемонстрировало подразделение Саровского спецназа. Выступление открыло ежегодную военизированную эстафету, посвященную Дню России. Каждый год на стадионе ИКАР собираются военно-патриотические клубы, чтобы проверить свои силы в командных состязаниях. Сегодня мы будем участвовать в эстафете, будем показывать свои навыки, софт-хард-скиллы. Собственно, здесь наша команда, которая покажет, на что способна. Чем полезно данное мероприятие? Ну, в первую очередь, оно полезно, что позволяет не только проверить себя, но еще и понять, что нужно улучшить в себе, как в человеке в целом, выяснить слабые стороны, соответственно, в дальнейшем над ними работать. Сборка-разборка автомата, оказание первой медицинской помощи, переправа, викторина по истории, перетягивание каната. 10 командам предстоит пройти 8 станций. Одна из самых зрелищных – пожарная. Как можно быстрее ребятам нужно экипироваться, сбить мяч струей воды, спасти человека, потушить огонь и добраться до финиша. Прошли мы немного. Самое скучное, впереди все самое интересное, веселое. Сейчас будем сшибать из водяного пистолета на максималках мячик и еще кучу всего. Как тебе праздник? Очень нравится. У нас, я уже третий год участвую. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться. Наша команда самая сильная, мы всех порвем. Для горожан подготовили выставку техники и вооружения. За одним столом рассказывали о современном холодном и огнестрельном оружии. А экспонаты соседнего переносили в прошлое. Ими сражались богатыри на Руси. На выставке техники представили бронированную разведывательно-дозорную машину автомобиля «Урала» УАЗ. Памятное фото можно было сделать внутри машины, к примеру, выглянув из люка. На многих маленьких гостей ИКАРа военная техника произвела сильное впечатление. Нам понравилось около БТРа. В БТРе вот эта вот пушка. Мне понравилось, ну, что там такие идут, там все такие приборы классные. А еще нам в машине понравилось, что там есть классный мотор, да, Толь? Я фоткалась, мне очень нравилось лазить по машинам. Я видела крутое шоу спецназа. Это было так все необычно, круто. Я же была в некоторых моментах страшно за них. Продолжили праздник на ИКАРе спортивными состязаниями. 12 июня Саров отмечает и День города. Открыли праздничную программу в парках города уличным вернисажем «Я и Саров. Мечтай о будущем» в парке Зернова, а также детским велопарадом «Ветер в колесах» в парке Насосино. За состязанием юных велосипедистов следила наш корреспондент Светлана Ярунова. С самого утра в детском парке на улице Сосина собрались юные велосипедисты и их родители, чтобы начать день активно и с пользой. Каждому, кто пришел на велопробег «Ветер в колесах», раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. А чтобы взбодриться и разогреть тело, ведущие мероприятия провели для ребят утреннюю зарядку. В этом году традиционный детский велопробег сменил локацию. Стартовали всегда на площади имени Ленина, да, на проспекте Музрукова был велопробег. И с этого года мы решили детский велопробег переместить в детский парк, да, чтобы дети были в детском парке, но на велосипедах. Порядка 150 участников проехали по дорожкам парка Сосина. В празднике участвовали и совсем маленькие велосипедисты. Мамы и папы поддерживали своих детей, снимали на телефон, а некоторые родители помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. После велопробега юных гостей парка ждала развлекательная программа из настольных игр на любой вкус. Мне очень понравилось кататься. Я сначала думала, что не смогла, а потом мне помог папа, и я покаталась хорошо. Мне очень понравилось. А тебе? Не. А вот я катался, и я думала, что у меня не получится.
очень, но папа мне потерся, и мне очень-очень понравилось. Почему вообще пришли сегодня кататься на велосипедах утром? Чтобы размяться. А ты? Чтобы кататься. А почему нравится кататься на велосипедах? Спасибо за праздник, нам подарили вкусняшки и шоколадки. Мы катаемся. Чего еще играли? Шашки. А ты что делала? Она тоже в шашки играла. На финише все дети получили сладкие подарки. Арзамас-75, Арзамас-16, объект «Колючка», «Кремлев» и «Горький». С момента своего основания Саров сменил много названий, но суть его всегда была единой. Засекреченный город, за высокой оградой которого лучшие умы страны ковали ядерный щит Родины. Каким Саров видят его жители, за что любят закрытый город, выясняла наша съемочная группа. Маслиха, Красный дом, бассейн, протяжка. Для любого нижегородца это просто набор слов. И только саровчане сразу поймут, какие объекты я только что перечислила. Самый секретный город России, духовный центр, место, где соединяются религия и наука. Или просто город, окруженный лесами. Так о Сарове пишут разные интернет-источники. А что о родном городе скажут те, кто в нем живут? И за что они любят Саров? Саров вообще замечательный город. Я хоть и долгое время жила в Москве, но мне все равно сюда тянет, потому что здесь так спокойно. Здесь чувствуется какой-то особый дух, какая-то вот теплота. Не знаю, здесь очень комфортно. Я очень люблю свой город Саров, и мне в нем нравится его какая-то умиротворенность, которая здесь присутствует. Я люблю все, что окружает меня здесь. Ну, это, наверное, может понять только тот, кто здесь живет. Хотя и те, кто приезжает к нам в город, они тоже всегда восхищаются нашим городом. Ой, я не могу вам сказать, за что я его и люблю. Во-первых, ой, то, что у нас закрытый город, вот за это я люблю, чтобы никто к нам сюда здесь не оставался, как говорится. Типа за жизнь детей, за внуков. Я сам только тут год, можно сказать, поэтому за работу люблю и за учебу здесь хороший. Ну, тихий город вполне себе. Ты можешь сравнить, да? Я жил в Казани, да. Ну и как тебе Саров по сравнению с Казани? Ну, свои плюсы, свои минусы, но если говорить о плюсах, то город намного тише, спокойнее здесь. За чистоту. Самый чистый город, мне кажется, у нас. Атмосфера. Да. Люди, чистая вода. Тишина и спокойствие. Родной город, мы здесь родились. Что тебе нравится в Сарове? Тут много мороженого вкусного. Зеленый город, чистый. Всегда его убирают хорошо. Спокойный. Очень такое место хорошее для воспитывания детей. Очень много кружков, занятий для детей. Для молодежи, ну, довольно-таки большое количество, опять же, мест, где, куда можно прийти, гулять, посидеть в компании. Мне в городе нравится спокойствие, то, что город небольшой, очень зеленый. У нас, мне кажется, ну, как мне кажется, красивый город, красивая архитектура, здания, особенно главные улицы, тем более столько деревьев, очень красиво. Познакомиться с историей Нижегородского Кремля с помощью детского аудиогида смогут юные жители и гости столицы региона. Экскурсию озвучивают герои мультсериала «Смешарики». Все работает по QR-коду. Благодаря аудиогиду маленькие путешественники могут узнать любопытные факты о главной исторической достопримечательности Нижнего Новгорода в увлекательной игровой форме. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 2025 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют дважды, но при этом ставшие уже традиционной индексации в январе не запланировано. С 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%, с 1 февраля 2025 на 4% и с 1 апреля 2025 года на 3,6%. До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на 1000 рублей.
рублей в год, пояснили в Госдуме. 18 школьников трудятся в ДЭПе в рамках работы молодежной биржи в июне. Ребята занимаются посильными работами, озеленением и уборкой территорий. Все они работают по 4 часа в день с официальным трудоустройством. На следующие месяцы можно записаться по телефону 99-112. С 29 июня начнет действовать новая мера по поддержке самозанятых. Физическим лицам будет разрешено регистрировать собственные товарные знаки. Правом смогут воспользоваться самозанятые и те, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам. Напомним, раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели. Праздничная неделя. По всему городу проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Библиотека Маяковского к знаковой дате подготовила своим читателям немало сюрпризов. Подробнее о программе мероприятий на неделю расскажем далее. День России стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Тематические праздничные мероприятия в этот день проходят по всей стране. Библиотека Маяковского к знаковой дате подготовила своим читателям немало сюрпризов. Среди них беседа о начале русского государства, которая пройдет в Музее книги 16 июня в 10 часов. Многовековой исторический путь России к утверждению своей государственности и независимости – это итог напряженного труда и ратных подвигов наших предков. Беседа о начале русского государства охватывает время правления Рюрика, новгородского князя, до крещения Руси. В рамках проведения этой программы проводится командная игра на закрепление полученных знаний. 16 июня в 10 утра Маяковка приглашает отправиться в виртуальное путешествие «Я живу в России», посвященное сказкам народов нашей страны. А в 11 часов 16 и 21 июня пройдут летние краеведческие игровые площадки «Саров в вопросах и ответах». Также мы приглашаем всех желающих на открытие летнего читального зала, в рамках которого пройдет краеведческая игровая программа «Я в этом городе живу, я этот город познаю». Открытие летнего читального зала состоится 15 июня в 16 часов. Участники программы узнают об истории нашего города, о памятниках, знаменитых людях, живших в нашем городе. Более подробную информацию о мероприятиях в Маяковке можно получить по телефону 99406. Возрастное ограничение 6+. Лето – время, когда хочется больше ярких и позитивных эмоций. В огромном количестве их можно получить, посетив авторскую выставку Светланы Гороховой «Радость творчества» в Молодежном библиотечно-информационном центре. На ней представлены не только изделия Светланы, но и две ее личные коллекции. Черепашки, привезенные из разных стран мира, и работы Светланы Спиридоновой в технике валяния из шерсти. Декупаж, вышивка крестом, текстильные игрушки. 20 лет своими руками Светлана Горохова создает уникальные работы. Результаты ее творчества вылились в целую выставку, которую мастерица представила в Молодежном библиотечно-информационном центре. Экспозицию рукодельница назвала «Радость творчества». Начало коллекции положила картина «Космея». Когда я вышила свою первую работу «Космею», я посмотрела на эти цветы, говорю, это мое. То есть как бы так получилось, что не очень сложно, и в то же время я это могу. И мне стало так радостно от этого. И дальше все как бы пошло, вот как снежный ком, наверное, что ли. На выставке Светланы Гороховой можно увидеть полотно, на котором вышиты различные зверюшки, куклы, салфетки, а также личную коллекцию черепах, привезенных из разных городов России и мира. Светлана собрала уже больше сотни фигурок. Какая-то черепаха из Египта, там, ну, в общем, отовсюду. Даже вот у меня там хрустальная черепашка, она из Чебоксар. То есть вот отовсюду я где видела. И интересная там черепаха, летящий слон. Он как бы стоит на черепахе, немножко необычно. Но вот он какой-то такой, я его даже не летящий называла, а путешествующий. Потому что я себя иногда называю романтик с большой дороги. В каждой работе Светлана находит свое место, хранит дома, на даче. Но больше всего ей нравится дарить изделия людям и получать от них обратную связь. Работу заканчиваешь, приобретаешь рамочку. Все это вот как-то так творчески. Поставишь работу в рамочку, радость. Потом думаешь, а это ведь можно подарить, она этому человеку подходит, там, подруге, близкому. Посмотреть экспозицию «Радость творчества» можно будет до конца августа. А уже во вторник в библиотечно-информационном центре стартует выставка «Черно-белые компании» от участников клуба «Арт-Позитив». Начало 18:00, без возрастных ограничений.
И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.